Полмиллиона упаковок контрафактной жевательной резинки изъяли столичные полицейские. Выйти на склад с подделкой удалось с помощью контрольной закупки. Что в составе товара, можно только гадать. Это установит экспертиза. Но то, в каких условиях хранилась продукция, уже вызывает много вопросов. В коробке были спрятаны в обычном гараже. Сотрудниками полиции изъято свыше 560 тысяч единиц поддельной продукции. Денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны, ноутбуки, печати организаций, финансовые документы, банковские карты, черновые записи и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Пока организатор подпольного бизнеса находится под подпиской о невыезде, следствие еще предстоит установить, в какие торговые сети попал этот сомнительный товар.